Всем привет, друзья! Вечер, 12 июня 2021 год, Севастополь, город Инкерман. Приехали сюда прогуляться, шиповник цветет. Сегодня праздник, у нас в Уфе день города, также день России. В Севастополе 14 июня день города тоже. Сейчас как раз три выходных, три нерабочих дня. Так что всех с праздниками, всем здоровья и счастья, прекрасного настроения и побольше денег. И вот сейчас ходим здесь у Севастопольской бухты, у ее истока. Там дальше река Черная, здесь не видно, вот туда, примерно посередине кадра, в том районе мост через Черную речку. Местные вот гуляют, отдыхают. Здесь сквер тоже недавно снимали, размещу в конце этого видео окошко с тем видео, чтобы можно было посмотреть. И такие окрестности. Все это мы уже, конечно, снимали недавно, но тогда народ еще не купался, а сейчас вот видно, купаются. Ну, здесь, конечно, местные в основном. Здесь пляжик такой. Неофициальный. В основном местные жители Инкермана купаются. Но посмотрите, какая красота. Вот горы, холмы. Это на той стороне уже южная сторона Севастополя. Ну, там поселок Грэс. За бухтой на той стороне. Вот эти всякие краны стоят. Портовые там предприятия различные. Там вот тоже горы. В ту сторону трасса на Симферополь идет. А вот здесь остановка за этими деревьями, на которую мы сейчас тоже приехали. Неподалеку автостанции Инкерман. Идем туда, в сторону сквера. Ну вот впереди эта аллейка, здесь как набережная, скамеечки с навесами от солнца поставили. Сквер, я так понял, буквально несколько месяцев назад открыли. Мы в нем уже снимали не так давно, но сейчас еще пройдемся, посмотрим июньскую обстановочку в этом месте. Вот такое солнышко, сегодня днем жарко тоже, уже несколько дней, наконец-то. В Севастополе, в Крыму жара. У нас в Уфе тоже снова ожидается жара по прогнозу. Ну, полно там детишек на детской площадке. Да, хорошо так сквер сделали. Это сквер 60-летия Октябрьской революции. В городе Инкерман, в городе Севастополь. Алыча вроде на дереве. Желтые сливы, в общем. Высокие тополя тоже здесь есть. Так, вон впереди сцена летняя. Пройдемся там. Там сухой ручей, так называемый. У них называется так. Хорошо у них сделали для местных. В Инкермане несколько сквериков, но вот это обновленный. Вообще тоже хорошая детская площадка с прорезиненным покрытием тоже. Вот она сцена, места зрительные. И впереди там скейт-парк, воркаут, спортивные площадки. И сейчас вот этот мостик, вот он через сухой ручей, так называемый. Скейт-парк.
туда дорога. Ну, на трассу можно выйти. К автостанции. Мы же сейчас пройдем здесь. Рядом со скейт-парком. И потом вот так обратно повернем туда, в сторону остановки. А впереди тоже кран стоит. Теплый вечерок сегодня. Такое солнышко. Трава еще пока вполне себе зеленая. Не выгорела. Маки еще местами остались. Вот снова еще один мостик через сухой ручей. Выходим сейчас на набережную снова. Прокат самокатов, конечно же, как везде. И вот бухта. Детскую площадку смотрим. И в бухту. Здесь, конечно, в этом месте бухта не глубокая. Самый, так сказать, исток бухты, начало. Камеры наблюдения. Вот она. Схема. Сквер 60-летия Октябрьской революции. Прошлись мы по нему. Какое небо. Практически не облачко, только вот вдали в некоторых местах небольшая облачность наблюдается, а так чистое небо. Народ сидит, отдыхает. Вон оттуда пришли со сквера. Идем вдоль Севастопольской бухты. Впереди причал Инкерманский. Шиповник вот он цветет. Вон там причал. Рыбачит с него в том числе. Оглянемся. И идем на остановку. Здесь тоже скамеечки, скверики. Для местных здесь полянки. Расстилают подстилки, отдыхают. Вот впереди остановка. Вышли мы на эту площадь. Стоят маршруты разные. 92-й, 103-й. Это можно уехать на 5-й километр Севастополя. И в другие районы, в том числе на Северную. 106-й ходит на площадь Захарова. Вот остановка. Так, сейчас перейдем дорогу на светофоре. Перешли дорогу. Здесь кварталы Инкермана идут. Идем в сторону автостанции. С конечной остановки
в Инкермане. В ту сторону вот по ходу движения. Дорога на Севастополь, на Ялту. В общем, впереди там Черная речка. Ну, гораздо дальше. А сейчас мы идем в сторону автостанции Инкерман. Здесь впереди будет скверик. И недалеко от него автостанция. Проходим здесь вдоль трассы. Рядом с домами. Пятиэтажки идут инкерманские. Вот она трасса. А в ту сторону на Симферополь, на Бахчисарай. Северный Крым. Время 21:50 по нашему, по уфимски. 19:50 по Москве. Заправка крымская, сеть АТАН, 95-й бензин, 52-37, 92-й бензин, 48-48, дизельное топливо, 51-81, 95-й, 52-37. В Крыму бензин дороже, чем на материковой части России. Вот еще один скверик германский. Солнечная батарея и ивушка здесь рядом. А вот это туйки, деревья туя, подстриженные. А вот это платан. Свернули в скверик. Еще один инкерманский. Посмотрим, что написано на этом памятнике камня. Героям 345-й Дагестанской стрелковой дивизии и всем павшим в Великой Отечественной войне при боях при обороне Севастополя. Вот такой памятник героям. Светлая память всем. Ну и теперь идем к автостанции. Гастроном. Вот впереди автостанция. Там стритфуд. И вот она, автостанция. Тоже здесь снимали недавно совсем. Расписание смотрим от автостанции Инкерман. Всем спасибо за просмотры. Всех еще раз с днем города. С днем России, кто отмечает. И просто всем отличного настроения, счастья, здоровья и удачи.
Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч, дорогие друзья!